Здравствуйте, арт-студия в эфире, дорогие друзья, Виктория Дронова с вами. И сегодня у нас в гостях заслуженный работник культуры Ульяновской области, директор областного театра кукол имени Валентины Михайловны Леонтьевой, директор государственного академического ансамбля песни и танца «Волга» Александр Владиленович Колтун. Здравствуйте. Здравствуйте. Рады видеть вас. И сразу же первый вопрос. 80-й юбилейный театральный сезон начинается у нас буквально на днях. И как будете радовать зрителей? Что будете показывать? Ну, зрители будем радовать, как обычно, всеми своими силами и талантами. Но мы приготовили несколько, на мой взгляд, интересных событий в рамках этого празднования подготовки к юбилею. Как известно, юбилей состоится у нас 1 апреля 2024 года. Как известно, есть у нас филиал в городе Димитровграде. В конце прошлого театрального сезона они выпустили премьеру «Винни-Пух». Вот на нашей площадке 2 сентября они покажут свою премьеру. Мы же 1 сентября приглашаем школьников, особенно первоклашек, на встречу с нашим театром, во-первых, и во-вторых, на встречу в первый день знаний со своими друзьями, будущими одноклассниками. Я знаю, что 1 сентября у вас будет такой семейный вечер, уютный вечер. Вот что будет, кроме премьер? Будут премьеры, будут встречи с любимыми артистами, будет возможность фотосессии с любимыми же опять артистами, будет возможность подержать рабочие куклы в руках, будет возможность окунуться в мир театра кукол. В ближайшее время, я знаю, что огромное количество премьер вы будете готовить. Чем будете удивлять маленького зрителя? Ну, до конца этого театрального сезона, этого календарного года, вернее, мы покажем 3 премьеры. Мы покажем премьеру для, скажем так, подростков. Это «Муму», известная тургеневская «Муму». Это будет еще спектакль «Домик пряник», который мы готовим специально к новогодней кампании. Это как раз для самых маленьких. То есть все эти спектакли мы выпустим до 20 декабря. Кроме того, мы в этом году немножко расширяем свою новогоднюю кампанию. Если раньше мы готовили одну премьеру и на протяжении всех новогодних каникул показывали этот спектакль в рамках новогодних представлений, то сейчас мы планируем с 20 по 31 декабря показывать спектакль «Домик пряник», новогодний вариант. И после 1 января мы будем показывать спектакль «Снежная королева», который с большим успехом шел в течение минувшего сезона на сцене Димитровградского филиала. И, думаю, с не меньшим успехом он пройдет на нашей сцене в исполнении наших артистов основной труппы театра. Но думаю, что это будет интересный эксперимент, во-первых. А во-вторых, это будет возможность зрителю еще глубже погрузиться в мир театра кукол. Я знаю, что новое уникальное оборудование появилось у вас для того, чтобы и незрячие детки смогли прийти и посмотреть спектакль. Рассказывайте, да. Вот оно очень дорогое, как вообще удалось приобрести? Ну, это в рамках грантовой программы. Нам действительно удалось выиграть этот грант. В рамках этой программы для незрячих и для слабовидящих зрителей созданы условия тифлокомментирования, то есть комментирования спектакля, который идет на сцене. Это не специальный показ для людей с ограниченными возможностями, это нормальный показ спектакля, только в рамках этого показа люди, которые нуждаются в более глубоком понимании происходящего на сцене, получают наушник, в который они будут слышать комментарии профессионального комментатора о том, что происходит на сцене.
мы этот продукт опробовали уже на фестивале «Кук-съезд» в Тольятти вот, в начале июля месяца этого года. И я думаю, что это будет хорошим подспорьем и даже подарком людям, которые возможности увидеть спектакль, к сожалению, не имеют. Оборудование уже поступило, комментарии уже прописаны, испробовано. Думаю, что все это будет работать только на радость людям. Чем будете радовать взрослую аудиторию? Я знаю, что у вас не один спектакль показан был и в прошлом году для взрослых. Вот в этом году что готовите? Ну, вот я уже начал говорить о том, что мы готовим спектакль «Муму». Это не только для малышей, это спектакль и для взрослого зрителя. Мы восстановили, ну, это было уже в минувшем сезоне, восстановили Парфидота Стрельца, Удалого молодца, восстановили Волк, Коза и Козлята. Спектакль, который для любой категории возрастной подходит и его с интересом смотрит. Да, вообще мы не ставим перед собой задачу, вот это вот вам, это вам, а это вам. Мы хотим, чтобы наши спектакли с одинаковым удовольствием приходили и дети, и мамы, и папы, и бабушки, и дедушки, и люди любого возраста, которым, в принципе, искусство театра кукол не чуждо. Которые, в принципе, даже если не видели спектакли театра кукол, что называется, на стационаре, смогут посмотреть на это и понять, сколько много они потеряли, если что не бывали в нашем театре. Мама пришла, молочка принесла. А кто ваша мама? Коза. Тут-тут, кто там? Ваша мама пришла, молочка принесла. Восстановлен спектакль «Мама и я», который большим успехом шел у нас и был участником многих престижных международных фестивалей театров кукол. Я говорю о спектакле «Мама и я». Восстановили его, сдали художественному совету, и в ближайшее время он будет показан в нашем малом зале, так же, как он нашел, собственно, прежде. Какие-то приглашенные режиссеры будут на новых постановках? Ну вот в этом сезоне будут, в этом году не будут. Я имею в виду 2023 год. А вообще у нас есть программа, что Владимир Иванович Бирюков со своим бессменным коллегой Виктором Леонидовичем Никоненко будут ставить спектакль. Приглашенные режиссеры будут работать в сезоне 23-24. Да, да. Это вот, как сказал же Владимир Иванович Бирюков и Виктор Леонидович Никоненко, это Екатерина Ложкина-Белевич, с которой мы уже знакомы. Она ставила у нас «Дюймовочку», она ставила, кстати, спектакль «Мама и я». И вот будет ставить «Сказку о царе Салтане» в этом сезоне. Так что мы не теряем связи со своими старыми друзьями и коллегами. Мы встречаемся с ними, мы строим планы на будущее и по мере возможности их реализуем. Вы выезжали на гастроли. Вот где удалось побывать? Ну, на далеких гастролях мы были в городе Иваново в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Большие гастроли». Мы выезжали туда с тремя спектаклями. Точно так же мы принимали их на нашей площадке. То есть были такие обменные гастроли. Кроме того, вот мы были на фестивале в Тольятти. Фестиваль назывался «Кук-съезд». Вот сейчас нас пригласили, и мы в октябре поедем в город Томск на очень знаковый международный фестиваль театров кукол в гостях у Арлекино. Мы заявились на программу «Большие гастроли» 2024 года. У нас в планах стоят гастроли на Сахалин. И также в планах стоят гастроли на Алтайский край. Но с Алтайским краем пока это вот хотелка, что называется. А с Сахалином вроде у нас складываются серьезные отношения. И мы поедем к ним в апреле месяце на фестиваль. Кроме того, конечно, мы планируем, если помните, вот прошлый наш юбилей, 75-летие,
мы проводили такой фестиваль «Все сказки в гости к нам». В этом году мы хотим повторить. То есть фестиваль «Все сказки в гости к нам», он продолжается? Да, он продолжается и будет посвящен нашему очередному юбилею. И здесь мы планируем порядка 5 самых знаковых театров кукол страны пригласить нам на фестиваль. Надеюсь, они согласятся и приедут, и наши зрители смогут увидеть уникальные спектакли театров кукол. Знаю, что Луганский академический театр кукол приезжает буквально в самое ближайшее время. Да, в сентябре они... Как удалось с ними познакомиться, пригласить, и что они будут показывать? Ну, вы знаете, что кукольники вообще народ настолько дружный, что они все знакомы уже, вот сколько живут на этой земле, столько и знакомы. И нам повезло, что Луганский театр кукол приезжает к нам на нашу площадку со спектаклями. И я думаю, что это будет здорово, это будет продолжением нашей прежней дружбы, нашего знакомства. В хорошем продолжении, я думаю, дальше мы будем продолжать дружить. Возможно, удастся даже придумать совместный проект постановочный. Сделаем что-то такую работу. Да, так что мы, кстати, выезжали в этом году на День защиты детей со спектаклем «Сюрприз» в город Лутугино. Луганской Народной Республики. То есть в наш подшефный регион, да, в Лутугино вы были и представляли там свой спектакль. Да, который прошел с большим успехом. Получили приглашение еще, приезжайте, пожалуйста, ради бога, что называется. Мы всегда рады вас видеть. Но мы не отказываемся от этого приглашения. Будем стремиться и поедем наверняка туда еще. А как встречали там? Ну, наверняка и взрослые, и детки приходили, да? Ну, зал был битком набит. И детишками, и взрослыми. То есть были все возрасты, какие могли. Говорили про ваш филиал в городе Димитровграде. Что димитровградского зрителя ждет в самое ближайшее время, и маленького, и большого? Ну, Димитровград в этом году выпустил 2 премьеры. Вот я уже сказала, спектакль «Винни-Пух». И выпустили... Которые они будут показывать здесь у нас 2 сентября. Нужно еще раз напомнить нашим зрителям. В рамках открытия нашего театрального сезона 80-го. Димитровградский филиал принял участие, кстати, тоже в большом фестивале «Рабочая лошадка» в Набережных Челнах. Мы, надеюсь, поразили, удивили набережных челнинцев с нашим филиалом, с нашим театром. Хотя, должен сказать, что мы уже там были. Мы были там на фестивале и даже взяли серьезный приз – на этом фестивале как лучший актерский ансамбль. Вот как-то так получилось. Так что Димитровградский филиал у нас, что называется, в почете. Он уже знаком зрителю, он выезжает, его приглашают на гастроли. Кстати, было персональное приглашение именно Димитровградского филиала на гастроли, на коммерческие гастроли в Новокузнецк. Там открылся новый театр кукол. И они выезжали на неделю, показали там 12 спектаклей. Количество 12, всего возили 4 спектакля, но 12 показали. И были приняты очень хорошо.
очень хорошо. Ну, 12 спектаклей – это очень много. Ну да, это серьезно, 3 спектакля в день. Если учесть, что в филиале у нас всего 6 актерских ставок, 6 специалистов-артистов, 2 технических работника, то нагрузка на них была не детская прямо. Да, это прям полные гастроли такие. Ну, к их чести, надо сказать, что они уже стали профессионалами, они уже артисты. Двое из них, кстати, поступили, вот уже заканчивают обучение в Самарской академии искусств. Сейчас называется, по-моему, Институт культуры. И они получают профессиональное образование как артисты-кукловоды. Вот. Так что на месте не сидим, не стоим, а стремимся к высшему, к лучшему. Еще у нас являетесь и директором нашего любимого государственного академического ансамбля песни и танца «Волга». Вот как у них дела? Потому что впереди тоже открытие сезона. Чем будете радовать и какова была гастрольная деятельность в летний период? Ну, в летний период мы практически не выезжали, работали на своей площадке, но сейчас вот нам предстоит выезд с концертной программой в город Цхинвал, Южная Осетия. Как вы знаете, летом мы приглашали сюда ансамбль «Синт», южно-осетинский ансамбль, тоже народные песни и танцы. И вот буквально в сентябре, 17 сентября, у нас состоится первый концерт в Цхинвале, ансамбль «Волга». 18-19 сентября тоже концерт там же будет, совместная возможность с «Синтом». То есть мы подружились, мы с этим коллективом, очень хорошим, кстати, коллективом, планируем продолжать наши теплые творческие и дружеские отношения. И в будущем, я думаю, что и наш зритель увидит этот ансамбль с новыми программами не раз, и мы сможем их порадовать. Кроме того, 30 сентября в Лутогино празднуют День города, свой праздник городской у них, и нас пригласили с большой концертной программой для участия в этом празднике. То есть мы с Лутогино тоже продолжаем поддерживать отношения и думаю, что будет и дальше, и лучше, и, может быть, даже чаще. Ульяновского нашего зрителя-то чем порадуете? А от нашего ульяновского зрителя... Мы-то тоже хотим посмотреть. Да, пожалуйста. Кстати, 7, по-моему, сентября, 27 сентября на сцене ДК Центра «Патриот» мы покажем новую концертную программу, посвященную открытию нашего концертного сезона. То есть 27 ДК «Патриот» мы ждем всех желающих, всех, кому интересно, кому близки, ну и так далее. 27 сентября в ДК «Патриот» открытие нового сезона, нашего любимого государственного академического ансамбля песни и танца «Волга». Так что приходите, уважаемые ульяновцы. Кроме того, в этом году мы получили грант президентского фонда культурных инициатив на постановку спектакля. Вокально-танцевального. Но это не опера, это не балет, это вот в жанре нашего коллектива мы готовим премьеру под названием «Василий Теркин». Василий Теркин. Василий Теркин. А как это все будет? Как будет спектакль? Ну, песни, что это будет, танцы, наверное, то, да? Что это я будет даже вот не представляю это. Можете даже не сомневаться. Угу. Это будут и танцы, это будут песни, это, естественно, будут стихи Твардовского. Но все это будет в новом ключе. Это будет придумано нами, что называется. Автор этого проекта наш балетмейстер Максим Николаевич Агеев. Весь коллектив был принимал участие в подготовке этого проекта. И вот 5 октября состоится премьера
этого концерта, по-моему, на сцене Барышского дворца культуры. То есть по условиям гранта мы должны показать 5 спектаклей в регионе. На выезде. На выезде, угу. Да. Ну, самый крупный город в этом списке – это Димитровград, в который мы, кстати, всегда выезжаем со своими новыми концертными программами. И думаю, что это будет интересно. Я скажу вам по секрету, что был на одной из последних репетиций этого проекта. Достойно внимания. Осталось только пригласить ульяновского зрителя к вам. С огромным удовольствием приглашаю всех желающих, всех, кто слышал, но не знает, всех, кто хочет узнать на наши концерты, я имею в виду ансамбль «Волга», и, естественно, всех же приглашаю на спектакли Ульяновского театра «Кукол» имени Валентина Михайловна Леонтьева. Спасибо вам за подробный рассказ о гастрольной деятельности, о предстоящих премьерах и постановках. Всего вам доброго. Желаем вам, чтобы все намеченное обязательно воплотилось в жизнь. Мы будем приходить, смотреть и наслаждаться вашими премьерными постановками в областном театре «Кукол» имени Валентины Михайловны Леонтьевой.